уникальный инструмент, который создает возможность не только оценить успешные бизнес-стратегии, но и поделиться опытом, передать его и, на мой взгляд, наметить планы на будущее. Я очень рад, что в этом зале собрались эффективные люди, которые, как было уже отмечено, вручающими награды, действительно работают во благо нашей малой родины, Тулы, Тульской области, ну и во благо всей страны, создавая рабочие места и двигаясь вперед. Вы формируете экономику, и для нас очень важно создавать все условия для того, чтобы вы работали в комфортных, хороших условиях. Поэтому для меня в этом году была оказана большая честь, я включен в состав экспертного совета по предложению Андрея. Я постараюсь быть полезным и честно оценивать и помогать работе экспертного совета и бизнес-сообщества Тульской области. Но от себя хотел бы поблагодарить вас, Андрей, и вашу команду за то, что вы этот проект создали, реализовали. И, на мой взгляд, он действительно помогает более активно развиваться бизнес-структурам у нас в Тульской области.